смеешь так обращаться с подданными моего отца? Пригласить его во дворец. Да здравствует наш добрый принц! Я все видел. Вас приглашают во дворец. Входи. Входите вы первый, ваш свет. А то он опять стукнет меня по затылку. Это? Ага! Смотри! И потом запомни, при мне никто никогда не посмеет тебя тронуть даже пальцем. Понял? Понял. Ты уже обедал сегодня? Я никогда не обедаю, сэр, я закусываю. Странное обыкновение. Соберите что-нибудь закусить этому джентльмену. Как тебя зовут, мальчуга? Том Кенч, сэр. А где ты живешь? Во дворе объедков. Во дворе объедков? И странное название. Что ж ты стоишь? Садись. Садись. И закусывай. Ешь, ешь скорее, потом будем разговаривать. Возьми нож, мальчуган. Тебе будет удобнее. Скажи, родители у тебя есть? Не только родители, но и бабушка. Я ее терпеть не могу, прости меня, Господи. Что ж твоя бабушка, дурно с тобой обращается, что ли? Не только со мной. Призлющая старуха, с вашего позволения, сэр, только и знает, что ругается да дерется. Неужели ты хочешь сказать, что она тебя бьет? Ого-го! Еще как, сэр! Бьет тебя. Бить такого маленького. Возьми нож, мальчуган, тебе будет удобно. Скажи, весело нам там живется в этом, как его? Ну, во дворе объезд. Весело, когда я не один. Ну, сегодня-то ты хорошо поел. Да, хорошо. А во что вы там играете? Деремся, бегаем в запуске, кто кого перегонит. И ты быстро бегаешь? Меня никто перегнать не может. Я тебя перегоню. Вы не перегоните. Не перегоню? Пойдем, встать. Зачем же встать? Ваша светлость. Еще кто-нибудь увидит, заругается. Ага, трусь. Но если такой разговор, идемте. Подожди. Мы пройдем через ту дверь. Нас никто не увидит. Пошли. Да пошли же. Подожди меня. Одну минуту. Идем. Теперь подождите вы меня, ваша светлость. Пошли.
Начнем отсюда. Ну, раз, два, три. Сколько кругов? Один? Два, мы не девчонки. Первый. Надо было бежать три круга. Не огорчайся. Возможно, ты проиграл, потому что перед этим слишком сытно поел. Ну, а как вы там еще играете? По-разному, ваша милость. Брызгаемся водой, роемся в песке, а то еще лепим пирожки из грязи. Ну, а как вы это делаете? А где у вас грязь? К стыду своему я должен сознаться, что у нас нет грязи. Плохо ваше дело. Для игры, сэр, нет ничего лучше грязи. Ну да вы не огорчайтесь. Мы ее сейчас сделаем. Что вам больше нравится, ваша светлость, пирог или крепость? Крепость. А тебе? Пирог. Если бы видели, ваша светлость, какие замечательные пироги из грязи делают мои сестры Нани и Бетти. Скажи. А твои сестры запрещают своим служанкам смеяться? Служанкам? Неужели вы думаете, ваша светлость, что у них есть служанки? А кто же их раздевает на ночь и одевает утром? Но зачем же их раздевать на ночь? Ведь не могут же они спать без платьев, как звери. Как без платьев? Разве на них только и есть одежда, что одно платье? Но зачем же им больше? Ведь у каждой из них только по одному телу. Да. Что за прелесть! Кажется, если б я мог одеться, как ты, да хоть разок, один только разок так поиграть, я походно отдал свою корону. А мне так вот кажется, что если б мне разок, один только разок одеться, как вы, ваша милость, я бы просто, ну... Ай. Тебе этого хочется? Снимай сейчас же твое тряпье, одевай мое платье, слышишь? Ну, я тебя очень прошу. Всего на одну минутку. Я только построю тауры, мы сейчас же переоденемся. Скорей же, скорей. Пошли. Пошли, пошли. Ну, скорей. Вот танцор. Ну как? Казнили. Парламент-то еще заседает, ваше величество. Убийцы, а! Они хотят моей смерти. Молчат! Как ты еще здесь? Если через 5 минут приговор не будет произнесен, ты лишишься своей головы. Ступай! Что вам угодно, ваше величество? Врача? 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 Флейту. Тауэр. Кстати, я могу попросить короля, моего отца, чтобы он посадил в Тауэр твою бабушку. Вы забываете, сэр, что в Тауэр сажают только богатых, а на нищенка. Да, правда, я совсем забыл. Не огорчайся, мальчуган. Куда-нибудь мы ее все-таки посадим. Да вот ты... Ох, ваша милость, давайте переоденемся. Сейчас только немного умоемся.
штука. Как это тебе кажется? Ах, ваша милость, я не смею сказать. Зато я смею и скажу. У тебя те же волосы, те же глаза, то же лицо, та же фигура. Если б не платье, тебя бы никто не отличил от принца Валийского. Что, смотри ваша сам. Как же так? Ой, 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 ой. Что с тобой? Тебе это сделал солдат? Я скажу королю. Да молчи! С тобой не так уж и виноват. Он ответит за это. Подожди меня здесь, пока я вернусь. Ваша милость, да куда же вы? Я приказываю. Ты мне ответишь за твой жестокий поступок? Ты будешь знать, как показывать язык часовому его величества. Брось, дорогие пошли! Остановитесь! 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 Остановитесь, миледи! Или я заточу вас в монастырь! Я вас всем заточу! Стой! О смерти. Разве твой отец так жесток? Да нет, он был бы, конечно, добрее, если бы не напивался, как свинья. Я знаю, в чем тут причина. Огня! Yeah!
Огонь! 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 Прекратить все уроки, развлекайте его играми, и он скоро поправится. Огонь! И вы все! Мой сын безумный, но он мой сын и наследник английского престола. И в здравом ли рассудке или безумный, он будет царствовать. И всякий, кто хоть единым словом обмолвится об его недуге, будет повешен. Лорд Гертфорд, сегодня же вечером мой сын будет утвержден в сане принца Уэльского. Распорядись церемонией. Резвись и забавляйся. Что вы хотите играть, ваше высочество? Скажите, а я обязательно должен играть? Желание его величества, ваше высочество. Тогда ничего не поделаю. А с кем я буду играть? Прошу. А с кем играть? Вот, с ними. С ними? А что вы хотите играть, ваше высочество? Во что вы хотите играть? Ну, если обязательно играть, давайте играть в «Люби-люби». Мы не знаем такой игры. А мы не знаем такой игры. Вот тебе раз. Да ее знает всякий сопляк. Здравитесь со мной. Теперь повторяйте то, что буду делать я. Был к обеду фазан. Какой счастливый английский народ. Вот ты где, бездельник. Если ты мне и сегодня вернешься домой без гроша, я тебе все кости переломаю. Не будь я Джон Кенти. Кенти? Так ты, его отец! Слава богу, наконец я спасен. Мы вместе пойдем за твоим сыном, и я вернусь во дворец. С ума сошел. Во дворец? От родного отца отказываться? Я тебе покажу, чей я отец. Скажите королю,
не ел с утра. Да я не ел с утра. Не смейся надо мной, отведи меня во дворец, и король наградит тебя так, как тебе никогда это не снилось. Совсем рехнулся, Фаня. Но рехнулся ты там или нет, а порки тебе, братец, не миновать. Это верно. Ты что, соваться не в свое дело? Так вот тебе получай. Патер ностер, санктифицитур номен тум. Адвенят регнум тум. Панем ностер. Амен. А? Простите, пожалуйста, я не знал, что это ваше мясо. Ваше высочество, вы должно быть запамятовали. Это благородный Дарси, лорд-пробовальщик. Пробовальщик? А что же он пробует? Ваши кушанье. Чтобы установить, не отравлены ли они. Но если оно отравлено, ведь он же может... Зачем же он это делает? Его отец, лорд Дарси-старший, несет ту же должность за столом вашего венценосного родителя, короля Англии. Неужели в Англии не найдется пара собак, чтобы заменить этого лорда и его папу? Снимите, пожалуйста, а то как бы мне ее не запачкать. Королевский сын. Отпусти его, отец. Отец, завтра он пойдет собирать минусы. Не бей его, отец. Он никогда не придет больше с пустыми руками. Отпусти его, отец. Ничего не должен делать сам. А пить? Мне
очень хочется почесать нос. А он сказал, что я ничего не должен делать сам. Как мне быть? Опоздай. Вы мне хотите что-то сказать? Я хотел побеседовать с Богом. А я думал, со мной. В таком случае не буду вам мешать. Вот! А то еще будете искать. Нельзя ли мне где-нибудь отдохнуть? А то я очень наелся. Желание вашего высочества — закон. Отдыхайте, ваше высочество. В 10 часов начнется церемония. Я умираю. Ваше величество, приговор над герцогом Норфольдским произнесен. Ага! Я воскрешаю! Разбинтуйте мне ногу. Я сам пойду к моему парламенту и скреплю печатью приговор. Где моя большая печать? Позвольте напомнить вашему величеству, что вы изволили передать большую печать на хранение принцу Валлийскому. Идите к нему, принесите ее сюда. Торопитесь, время не ждет. Ваше величество... Скорей, скорей, ваше величество! Я не чувствую никакой боли! Ваше скорей! Ваше высочество приказало мне явиться в 8 часов. Явиться мне на этом месте, я вам ничего не приказывал. Ваше высочество, соблаговолите вернуть большую государственную печать, которую вы взяли у его величества. Честное слово, я у него ничего не брал. Делайте за мной, что хотите, я ни в чем не виноват. Отпустите меня на волю. Успокойтесь, ваше высочество. Не думайте о моей просьбе. Вам необходимо отдохнуть. Чем ты осил у меня? Свободу, солнце, воздух. Зачем ты сделал меня королем? Сэр Вильям Баркли. Что же вы? Боже мой, так это не сон. Кто там? Что надо? Эй, Джон! Знаешь, кого ты угостил дубинкой? Не знаю, да и знать не хочу. Не валяй дурака! Беги скорее! Человек отдает Богу душу. Господи, спаси могилу. Вставай, 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 вставай скорей. Живо!
Спасайся, кто может. Смотри, дурали, не проболтайся, как та с фамилией. Пошли. Да не пущу, черт подери, пока не выпьешь за принца Войлыского. Вот черт с тобой, давай чарку. Ну то-то, брат, чарку подайте, чарку! Чарку, пей! Жить надоело. За такие слова тебя подвесят за ребро. Это его надо повесить. Как он смеет лежать там в золоте бар, когда я здесь стою в этих отребьях? Зачем же об этом кричать? Mm. Все равно они не поймут.
Король скончался. Не плачь, мальчик. У Англии будет другой король. Да, у Англии будет другой король. Но у меня не будет другого папы. Ну, пошли, пошли, пошли. Да здравствует король Эдуард VI! Да здравствует король! Да здравствует король! Теперь уж ты уйдешь, дудки. Полегче, приятель. Это мой сын. Он лжет. Мой отец умер. Не беспокойся, мальчуган, я не дам тебя в обиду. Но это мы посмотрим. Прочь, или я проколю тебя, как гуся этой рапиры. Располагайся, мальчуган. Жаркое. А ну живо за стол, пока не остыло. Сэр, я хотел бы умыться. Умывай себе на здоровье, только поскорей. Налейте мне лучше воды. Вместо того, чтобы попусту тратить слова. Странное сумасшествие. Ну ничего, я его вылечу. Как? Ты хочешь сесть в присутствии короля? Налей мне вина. Зовут? Майлз Гендер, мальчуган. Ваше Величество. Я не забуду этого имени. Ты спас мне жизнь, а значит, сохранил корону. Требуй от меня, чего хочешь. И все, что в моей власти, будет исполнено. Мне ничего не нужно. Государь. Прошу тебя об одной милости, чтоб отныне я и мои наследники пользовались привилегией сидеть в присутствии английского короля. Стой! Садись! Твоя просьба исполнена. Пока существует Англия и в ней короли, эта привилегия останется за твоим родом. Да здравствует английский король! Мами! Мами! Бетти! Скорей! Какое
Это не сон. Кто? Я лорд граф Берклей, ваше величество. А кто я? Вчера еще ты был принцем Валийским. Сегодня ты наш повелитель, Эдуард, король Англии. Господи, да чего же мне не везет? Уже поздно. Не угодно ли будет вашему величеству встать? Лорд первый герметик, примите королевскую одежду. Благодарю вас, лорд дежурный обрастолмейстер. Прошу вас, лорд лесничий Виндзорского леса. Лорд наследственный, стой. Лорд председатель капитула несуществующего ордена. Благодарю вас. Пожалуйста, прошу вас, лорд комендант Толлера. Лорд Сенешаль. Лорд второй спальник. Лорд, генерал, адмирал. Ну, кажется, скоро конец. Нет, вы только взгляните, милорд. Взгляните, милорд! Милорд! Взгляните, милорд! Взгляните, милорд! Взгляните, милорд! 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 Дырка! Где? Очнитесь, милорд! Смотритель гардероба уже отправлен в Тауэр. Прошу вас. Вы возвращаете мне жизнь. Достопочтенный лорд, первый герместер, примите королевский чулок. Благодарю вас, лорд дежурный оберштальмейстер. Прошу вас, лорд лесничий Виндзорского леса. Наследственный лорд. Не пора ли вставать, государь? Ваше Величество! Где мой чуган? Вы сами прислали за ним этого парня. Какого парня? Ну, парня, который сказал, что вы прислали его за мальчика. Вон, стой, глаз, голова! Стой! Этот парень приходил один? Нет, внизу его ждал еще какой-то парень. Интересно за душу, чертов голова, стой! Куда они повели мальчика? В сотворку. А, ты ищем все здесь, чертова голова, кусок пьяного. Скажи, не скрывай от меня, он очень серьезно ранен. Я тебе 100 раз говорил, он ранен в грудь, из него вышло 1,5 ведра крови. Но он жив? Конечно, раз он послал меня с тобой. Где же он? Долго еще идти? Он там в сарае. Сырмай! А, сынок! Я тебе не сын! Где мой друг Майлз? Послушай, сынок, я убил человека и не могу вернуться в Лондон. Убежать отсюда ты не сможешь. Поэтому брось свои бритни и оставайся здесь, как хочешь. Того за последние полугодия расходы двора его королевского величества составляют 28 тысяч фунтов стерлингов. Сколько, сколько? 28 тысяч фунтов стерлингов. Куда же можно было ухлопать такую уйму денег?
Ваше Величество соизволили пожелать слушать расходы по пунктам. Вот именно. 3 декабря. Платье из золотой венецианской парчи для леди Галифакс 800 фунтов стерлингов. 12 декабря. Платье из утрехтского бархата для леди Галифакс 750 фунтов стерлингов. Когда шили ей первое платье? 3 декабря. А второе? 12 декабря. Значит, эта леди за 9 дней износила целое платье. Сколько ей лет? 20, государь. В таком возрасте можно было бы быть аккуратнее. Читайте дальше. 27 декабря. Пунцовое платье из французского атласа для леди Галифакс 600 фунтов стерлингов. На этой леди платья горят, как на огне. Может, она лазила в них по деревьям? И потом, кто эта леди? Почему ей шили платье на королевские деньги? Хорошо. Но как бы там ни было, больше мы и платья вшить не будем. Пускай чинит старый. Читайте дальше. Жалование за декабрь месяц слугам короля. Что же вы замолчали? Жалование за декабрь месяц еще не заплачено, государь. Вот тебе раз. А сколько надо платить? 12 тысяч фунтов стерлингов. Сколько же у короля слуг? 4 тысячи, государь. Но ведь мы же так разоримся. Ваше Величество, мы сделали заем у антверпенских банкиров. Но тем не менее на покрытие расходов нам не хватает 20 тысяч фунтов стерлингов. Необходимо принять какие-нибудь меры. По-моему, необходимо сейчас же нанять дом поменьше. Мы можем распустить тогда хоть часть прислуги. Скажем, вместо 4 тысяч мы будем держать одного. В конце концов, мы уже все не маленькие, и все можем делать сами. Кстати, я знаю небольшой домик неподалеку от рыбного рынка. Вот если бы... Бэк! Где Бэк? А черт его знает где. Надо полагать, в Пришпонде. Остальные все целы? Кое-кто угодил. Все больше новички из крестьян. Их голод пустил по нашей дорожке. Когда у них отобрали земли и фермы. Вот овчарни. Юкель! Йокель! 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 Я Йокель. Я Бернс! Ну, был когда-то зажиточным фермером. Когда благородные господа и достопочтенные аббаты выгнали нас с нашей земли, пошли мы с женой побираться. Но голод считается у нас преступлением. Нас поймали, высекли плетьми, жену мою засекли до смерти, а меня разукрасили вот так. Вина. Вина. Пей. Песню. Песню. Тише, песня. Холод сварит нам похлебку, холод льдом завалит топку, льдом и снегом вместо дров. Пусть цинга детей калечит, бабка смерть болезни лечит, лучше всяких докторов. Пошел он побираться. Его поймали, и остался он без правого уха. Посмотрите, ребята, что уцелело ему на память.
не тужи, дружище Фредди, что жена твоя не леди и воровкою слывет. Сэр Палач возьмет веревку и вчерашнюю воровку выше леди вознесет. Вина! Выпьем еще раз за наши милостивые законы. Если меня опять поймают, меня повесят. Нет, 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 тебя не повесят. Сегодня же этот закон будет отменен. Это еще кто такой? Боба птица! Откуда ты взялся? Кто это за козявка? Да ты кто такой? Я Эдуард, король Англии. Негодяй! Так вот ваша благодарность за королевскую милость. Ребята, это мой сын, дурачок. Он воображает себя королем. Я и есть король. А ты убийца. Пусть он будет Фуфу первый, король шутов. Тащи его на трон. Вот сюда, короновать его. Короновать. Это преступники, которых ведут на казнь. Привести их сюда. Привести их сюда. Привести их сюда. Привести их сюда. Хоть не всегда плохо быть королем. Иногда это даже удобно. Они обвиняются. Они продали душу дьяволу. Когда они это сделали? И где? Ночью, государь, в разрушенной церкви, в
Странное место для дьявола. А кто был свидетель? Никто. Кроме троих в церкви никого не было. Кто же был третий? Дьявол. Как же это узнали? Свидетели видели, Ваше Величество, как они проходили в церковь. Это вызвало подозрение, и оно скоро оправдалось. Каким образом? Призвав на помощь нечистую силу, они вызвали страшную бурю, разорившую всю округу. А пострадала от этой бури сама обвиняемая? Еще как, государь! Ее лачугу снесло до основания. Продать свою душу дьяволу для того, чтобы разориться? Может, только безумная. А безумная не может отвечать за свои поступки. Сколько лет девочке? 7 лет, государь. Может ли ребенок по английским законам заключать сделки и продавать себя, милорд? Нет, государь, но дьявол может купить детскую душу, если захочет. Значит, дьявол в Англии имеет привилегии, которых не имеют английские граждане? Это же глупо, милорд. Чем они вызвали бурю? Тем, что разулись, государь. Разулись? Покажи свою власть! Разуйся и делай бурю! Чуть-чуть дождика, и я помилую тебя и твоего ребенка. А мы не можем. Нас обвинили понапрасну, государь. Бери своего ребенка и ступай. Вы свободны. Благодарю тебя, государь. Теперь, когда ты помилована и свободна, разуйся, вызови бурю, и я тебя отлочу. Отказывают просить милости. Значит, ты хочешь есть хлеб за даром? Ты и так у нас живешь целый месяц, ничего не делаешь. Король не может просить милостыню. Ладно. Если для короля он действительно просит милостыню, давай вырывать. Убирайся, ты мне надоел. Ты мне больше надоел. Но раз атаман приказал тебе заняться чем-нибудь, ломаться нечего. За мной кричите, раз и воры. Поросенка украли! Украли! Спасите! Помогите, уйдет! Помогите его! Украли! Держи! Вот он! Держи, вора, вот он! О, держи, вора! Держи! Держи!
проклятый воришка, я научу тебя воровать! Отпусти меня! Судья! Я тебе покажу, Полно, добрый люди. Законы без вас рассудят дело. Отпусти к мальчика, голубчик. Долго же ты пропадал, сэр Мальчик. Мог бы поторопиться. Пойдем. Не тронь его, приятель. Он и так пойдет. Во сколько ты ценишь украденную у тебя собственность? Ты шиллинг 80 не один меньше. Известно тебе, что за покражу предмет стоимости выше 8 пенсов виновный отвечает жизни и приговаривается к повешению. Что же я наделала? Господи, разве я здесь какой-нибудь? Да кто же это мог придумать такой закон? Король! Что же мне делать? Можно изменить оценки. Ваши показания еще не занесено в протокол. В таком случае противник стоит 8 пенсов. Можете ли в этом присягнуть? Могу. Итак, 8. 8? 8. 8? Можете идти. Я покупаю твоего поросенка. Получай свои 8 пенсов. Да ты с ума сошел? Поросенок стоит 3 шиллинга 8 пенсов. А кто говорил, что поросенок стоит 8 пенсов? Значит, ты дала ложную присягу? Пойдем к судье. Пойдем. Пойдем к судье. Убери своего поросенка. Не надо мне твоих 8 пенсов. Королевский суд приговаривает тебя к тюремному заключению на 2 месяца и публичному наказанию плетьми. Уведите его. Вынесну! Спокойно, Ваше Величество. Притворись, что ты ничего не видишь, и дай мальчику убежать. И вы смеете мне это предлагать? Арестую вас и... Стой, не спеши. Ты заплатил за поросенка 8 пенсов. Да. Он может обойтись тебе дороже. Подумаешь, это же была просто шутка. Ах, шутка! Хорошо. Я сейчас поеду в Лондон и расскажу об этой шутке. Да стойте! Стойте, любезный. Боюсь, что в Лондоне не понимаешь шутки. Ну, скажите толком, что вам от меня нужно? Отпусти мальчика. Если отпущу мальчика, меня могут повесить. А за поросенка меня ждет самое большое нагоняй. Ошибаешься. Ты знаешь, как называется твой поросенок в уголовном кодексе? Как? Вымогательство. Ах, бог ты мой. Закон гласит. Си глория транзит мунди спиритус вини. И полагается за это смертная казнь. Господи, спаси меня грешного. Я повернусь спиной и делайте все, что хотите. Поверьте, если бы завтра не праздник, я бы ни за что не покупал этого поросенка. А какой завтра праздник? Завтра коронуют в Вестминстере нашего любимого короля Эдуарда VI. Ты лжешь! Ей-богу. Это дорога. Стойте! Я запрещаю трогать его! Он в самом деле король!
Неужели вы его не узнали? Боже, какое сходство! Какое сходство! Вы посмотрите, какое сходство! Не позволите ли мне, сэр, предложить вам один вопрос? Только принц Валлийский может ответить на этот вопрос. Где государственная печать? Милорд Берклей, вступайте в мой кабинет. Налево от входной двери вы нажмете маленькую медную пуговку. Откроется потайной ящик. В нем лежит государственная печать. Принесите ее сюда. Ну что же вы медлите? Разве вы не слышите приказания короля? Государь, печати там нет. Выгнать бродягу на улицу и прогнать плетьми по всему городу. Казар, кто тронет его, тот поплатится жизнью. Хорошо ли вы искали? Ваше Величество, как можно проглядеть такой массивный золотой кружок? Стойте! Вы говорите кружок, золотой, с буквами, да. О, теперь я понимаю, что за штука. Это ваша государственная печать. Я знаю, где она. Так я вам не скажу. О, государь. А то еще чего доброго оставите меня королем. Государь, постарайтесь припомнить. Это было последнее, самое последнее, что вы сделали, прежде чем выбежать из дворца. Не помню. Подумайте, ну не сдавайтесь. Помните, я сидел за столом и рассказывал вам о своей бабушке, а вы еще хотели посадить ее в Тауэр. Потом я вам сказал, что я быстро бегаю, а вы сказали, что вы меня перегоните. Я и перегнал тебя. Но это потому, что я во время бега ел фазанью ножку. А вы откуда знаете? Я ее потом доел. Но на здоровье. Так вот, когда мы выходили в сад, вы вдруг побежали и вспомнил! Милорд Берклей, в шлеме миланской брони, что стоит в моем кабинете, вы найдете печать! Берите же, милорд, и возвращайтесь скорее! Ваш мечта. Государственная печать. Что ж ты с ней делал? Ну, отвечай же, не бойся. Что ты делал с государственной печатью Англии? Да. Что ты делал с государственной печатью Англии? Я колол ею орехи. Ха-ха-ха!
Держите его! Сюда! Пропустите! Пропустите вот, нас! Задержите Он его! Он ни в чем не виноват! Его Величество приглашает вас завтра во дворец. А что, если король пригласил Тома совсем не для того, чтобы его наградить? А для чего? Вдруг он его накажет. Как тебе не стыдно так думать, Нани? Король Эдуард добрый, справедливый король. Том сам сказал мне, увидите, король осыпет нас милостями. А почему же он так долго не выходит оттуда? Ведь прошло уже полчаса. Ну а как же он может выйти, когда его осыпают? Мама, Бетти, смотрите, смотрите! Том, Том! Это королевская карета. А это сэр Майлз Гендон, который спас жизнь королю. Я спас ему только жизнь, а вы вернули ему корону. А знаете, чем наградил меня король? Чем? Чем? Званием королевского воспитанника. А что это значит, Том? Что это такое? Это значит, что каждый человек при встрече с вашим сыном должен снять шляпу и поклониться. А сэра Гендона он наградил еще больше. Он получил право не снимать шляпы даже перед самим королем. Куда прикажете вас отвезти? Миссис Кэнти, где вы живете? Вот уже много дней, как мы живем на улице. Сэр Майлз, не ставьте нас в неловкое положение. Скажите ему адрес вашей гостиницы. Со вчерашнего дня я не живу в гостинице. А где же вы живете? Там же, где и миссис Кэнти. На улице. Куда же прикажете вас отвезти? Благодарю вас. Мы уже приехали. Благодарю вас, сэр. Мы уже приехали. Благодарим вас. Своему я должен сознаться, что у нас нет грязи. Плохо ваше дело. Для игры, сэр, нет ничего лучше грязи. Ну да вы не огорчайтесь. Мы ее сейчас сделаем. Что вам больше нравится, ваша светлость? Пирог или крепость? Крепость. А тебе? Пирог. Если бы видели, ваша светлость, какие замечательные пироги из грязи делают мои сестры Нани и Бетти. Скажи. А твои сестры запрещают своим служанкам смеяться? Служанкам? Неужели вы думаете, ваша светлость, что у них есть служанки? А кто же их раздевает на ночь, одевает утром? Но зачем же их раздевать на ночь? Ведь не могут же они спать без платьев, как звери. Как без платьев? Разве на них только и есть одежда, что одно платье? Ну а зачем же им больше? Ведь у каждой из них только по одному телу. Да. Что за прелесть! Кажется, если б я мог одеться, как ты, да хоть разок, один только разок так поиграть, я бы охотно отдал свою корону. А мне так вот кажется, что если б мне разок, один только разок одеться, как вы, ваша милость, я бы просто, ну... Тебе этого хочется? Снимай сейчас же свое тряпье, одевай мое платье, слышишь? Ну, я тебя очень прошу. Всего на одну минутку. Я только построю тауэр, и сейчас же переоденется. Скорей же, скорей. Пошли. Пошли, пошли. Ну, скорей.
казнили. Парламент еще заседает, ваше величество. Убийцы, а! Подожди меня! Одну минуту! Идем. Теперь подождите вы меня, ваша светлость. Ой. Начнем отсюда. Ну, раз, два, три. Сколько кругов? Один? Два, мы не девчонки. Круга. Не огорчайся. Возможно, ты проиграл, потому что перед этим слишком сытно поел. Ну, а как вы там еще играете? По-разному, ваша милость. Брызгаемся водой, роемся в песке, а то еще лепим пирожки из грязи. Ну, а как вы это делаете? А где у вас грязь? Во дворе.
Входите вы первый, ваш светлость. А то он опять тукнет меня по затылку. Это? Ха-ха! Смотри! И потом запомни, при мне никто никогда не посмеет тебя тронуть даже пальцем. Понял? Понял. Ты уже обедал сегодня? Я никогда не обедаю, сэр, я закусываю. Странное обыкновение. Соберите что-нибудь закусить этому джентльмену. Как тебя зовут, мальчуга? Том Кенч, сэр. А где ты живешь? Во дворе объедков. Во дворе объедков? Странное название. Что ж ты стоишь? Садись. Садись. И закусывай. Ешь, ешь скорее, потом будем разговаривать. Садись. Возьми нож, мальчуган. Тебе будет удобнее. Скажи, а родители у тебя есть? Не только родители, но и бабушка. Я ее терпеть не могу, прости меня, Господи. Что ж твоя бабушка дурно с тобой обращается, что ли? Не только со мной. Призлющая старуха, с вашего позволения, сэр, только и знает, что ругается да дерется. Неужели ты хочешь сказать, что она тебя бьет? Ого-го! Еще как, сэр! Бьет тебя! Бить такого маленького. Возьми нож, мальчуган, тебе будет удобно. Скажи, весело вам там живется в этом, как его? Ну, во дворе объезд. Весело, когда и нудит. Ну, сегодня-то ты хорошо поел. Да, хорошо. А во что вы там играете? Деремся, бегаем в запуске, кто кого перегонит. И ты быстро бегаешь? Меня никто перегнать не может. Я тебя перегоню. Вы не перегоните. Не перегоню? Пойдем в сад. Зачем же в сад? Ваша светлость. Еще кто-нибудь увидит, заругается. Ага, трусь. Но если такой разговор, идемте. Подожди. Мы пройдем через ту дверь. Нас никто не увидит. Пошли. Да пошли же!